сегодня будет Ice Bath Challenge или же ванна со льдом. Думаю, что это будет очень круто, очень холодно. Надеюсь, что вам понравится это, что я выживу после этого. Мне нужно будет залезть в эту ванну, еще у меня есть лед, поэтому у меня будет ванна со льдом. Сейчас здесь просто холодная вода, но мне уже страшно, честно говоря. У меня здесь бомбочка, поэтому она голубого цвета. Не переживайте, не удивляйтесь, все нормально. Ребят, хочу посоветовать вам канал Влада Шевченко, где вы сможете найти различные лайфхаки, челленджи, DIY, скетчи и много всего интересного. Так что подписывайтесь, ссылка на канал в описании. Я уже подписалась, и вы тоже подписывайтесь. Советую. Сейчас я пойду выковыривать лед. Приятного просмотра. Итак, вот у меня лед, и я попробую сейчас выковырить вот в это ведро. Я буду его так на голову, типа, сверху. А не силиконовые? О, прикольно. Уже так много льда, что мне уже страшно. Офигеть, сколько льда. Смотрите, сколько уже льда. Жесть. Как это сделать? А что, куском, что ли, одним? Во. Короче, все, здесь просто куча льда. Бежим в ванну. Это все, знаете, ради вас. Вот вы меня просили там. Итак, давайте. Раз, два, три. Давай с головой. Раз, два, три. Ставьте палец вверх за мою смелость. Пишите ваши вызовы в комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Наберем под этим видео 30 тысяч пальцев вверх. И тогда сразу же выйдет новое. Как только будет 30 тысяч пальцев вверх. Поэтому ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. И всем пока.